Добрый день. У нас сегодня с вами необычный сюжет. Канал «Легендарные подразделения Новороссии». Речь идет сегодня не о бойце подразделения «Моторола», а о бойце Новороссии. Зовут его Гарик. У Гарика прострелена нога. Нужна была срочная, пресрочная операция. И подразделение «Моторола» решило помочь бойцу и попросила друзей из Москвы прислать ему аппарат Елизарова. Аппарат прибыл. Вот фонд поддержки Новороссия. Глеб Корнилов его прислал. Пару слов, Гарик, скажи, пожалуйста. Я хочу поблагодарить Глеба Корнилова и бойцу Моторола. Аппарат. Давайте его посмотрим. Железки, да. Осталось это доктору сделать операцию. Спасибо большое, Глеб. Спасибо за эту камеру для Геннадия Дубового. Он обязательно снимет следующий сюжет на ней.